Всем привет, ребята! С вами Крем Шоу, и сегодня я расскажу, как начинало строиться Киевское метро. Киевское метро было открыто в 1960 году и насчитывало всего 5 станций. Я их назову. Вокзальная, университет, Крещатик, Арсенальная, кстати, она самая глубокая, и Днепр. Киевское метро совсем небольшое. Оно имеет 36 поездов и 52 станции с тремя линиями. А также есть там еще и заброшенные станции. Тылычка и Львовская брама. Львовская брама, она самая известная. Тылычка недалеко от станции Славутич. Сначала там ходили ЕЖ-3 в киевском метро, потом номерные. Кстати, от этого поезда отказались. А это поезда М, которые ходили с самого начала. Золотые ворота – это самая красивая станция. А также на некоторых станциях есть балконы. Поздняки, Академгородок и Ипподром. Спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем побольше положительных эмоций и всем пока!